Друзья, всем здравствуйте, всем добрый день. Недавно я вам хвасталась, что у меня появилась новая любимица. Это бразер KH395. Спасибо Александру и Тимофею, ссылочку в описании. А в руках я держу дополнительную секцию для этой красотки, которая позволит мне иметь удлиненную игольницу на 5 и 3 классы. Представляете? Слушайте, я поняла, когда получила эту секцию, что я хочу еще. Сегодня я вам покажу, как вставить эту секцию. И это очень круто, потому что если добавить еще одну секцию, можно связать хоть комбинезон, цельно вязанный в круговую, поперечно вязанный комбинезон. Вы представляете себе? Также можно связать двуспальные пледы, поперечно вязаные длинные кардиганы, длинные платья. Как я это все люблю. Ну, потому что мы девочки, у нас есть короны, и они нам не жмут. Сейчас будем удлинять эту игольницу. Друзья, я получила секцию для увеличения игольницы. Прежде всего, естественно, снимаем каретку с игольницы. Также снимаем нитеводитель. Так я собираюсь удлинить машину с левой стороны. Для этого мне потребуется отверточка. И раскручиваем один крепеж. Аккуратно извлекаем держатель. Снимаем боковую часть. Объединяем между собой. Вот таким образом. Вы знаете, никогда еще, по-моему, не было настолько простым объединение машины. Стыкуем между собой, выравниваем. Устанавливаем. Те из вас, у кого есть в достаточном количестве вязальных машин, рекомендую обзавестись вот такой отверткой. Очень удобно, очень быстро. И все, что остается сделать, это с противоположной стороны тоже закрепить. Ну что ж, я вам показала, похвасталась. Ну а теперь, Александра, я бегу к вам за второй части, потому что у меня на нее уже куча идей и куча планов. Давайте перевернем и посмотрим, что получилось. Ну что, друзья мои, готово! Итак, в моей машине было 220 игл. И мы еще добавили 50. Итого 270 игл на 5 классе. Остается быстро вернуть на место нитеводитель, установить каретку и наслаждаться увеличенной игольницей бразер KH395.